Да хилом-то я не умру, наверное. Да, все у щелки в ХПФ. Вытяните, отойдите. Идите, Лукашка, подойди к рельсу. Ветер. Там сейчас патруль просто. Отойди оттуда, и все, отойдите от этого. Куча. Да хуя РДД садить РДД. Вовремя мне горячий отписал. Так, тут аккуратно сюда вытягиваем. Мага может его варить. Выйти подальше, туда обратно. Здоров. Вот, здоров. Ты за три там коронавирус не подхватит. Не представляешь, адмирал, что я сейчас подумала, это чихнул. С этого мапа в сторону милики не подходите. Понял? Леху хильте. Хилуйте. Сейчас буду кайтить, РДД. Возьмите немножко правее. Осторожно, Центурион в рейде. Просто правее и жмите, седайте корни, да, пустяк. Мага, инквизитор. А вы что, в обычку что ли? Тебе реакция? У меня задний фон был. Но у меня КД на обычку. А мага дует? Мага пока нет. Я тебе говорил тогда в дискорде позавчера, не вчера, не позавчера. Таня, Эки Штирлиц. Да, Саша? Да. Да, я вспомнил. Наверное, стюхи до цезаря. Сейчас я поищу ее данные. Я найду на полке. Так, так. Я могу на ДЦ зайти, если что. Да, вот не рано. Там и критично. Теперь в награду должен упасть. Зара Хаджи, ты пошел. Хочешь, сейчас его там не будет? Какая будет? Наоборот, хорошо, если он там. Радворожа тоже в гильдии. Знаешь, у нас ПВЕ гильдия. Сейчас я на стену звоню. Договариваешь? Последний. Ты находится в онлайне, играешь.
флешка. Ладно, за день. Он, кстати, уже 18-й на БГ. Догнал, да? Да, уже часа два как 18-й. Кому там будешь отдать? Да, только следующий выходить. Короче, я просто в бан боюсь, я понял. Пошли. Ты-то вот сам-то устал, я ж, нет? Я бы еще травил, представил, что у вас... У тебя там сумасшедший. У вас уже вообще печально. Да там... И устали, как бы, и просто игроки некоторые поменялись. В моей молодости сутки. Сутки я, конечно, никогда не играл. Да это просто сутки, блин. Я самое большое просидел 6 часов на халёване. Я помню, просидели мы 7. Ну, 7 с копейками часов на Архимонде, помню, в мифике. Что-то ты понимала, и когда придется канал 25 вер, сидел на леди. Леди была, блядь, называемый босс. Там приходили сутки. Даже не сутки, а больше даже сутки. Двое суток мы там просидели, вот, влился босс. Бился конта, мы там двое суток сидели и повторяю сутки на вечер. Что за босс-то был, Жаш? Леди в ЦК 25 хрен. А из-за чего она неубиваемая была? Урон большой или что? Урон на хп? Ну, смотрите. Во-первых, уроном. Она была, она убиваемая. Просто понимаешь, босса открыли, никто как бы босса не знает. Откуда ады? Это сейчас как бы знаешь столько раз. Откуда ады вот эти, допустим, там взрываются мобы, блять, лужи это. Потом контроль, блять, вот эту всю хуйню по очереди, когда узнаешься, это первый момент. Второй нюанс, надо было еще колоться в том, что на офи леди она работала сначала по-другому. Она не работала так, как она здесь работала. Она не так работает. Там было 5 контроля, 5 человек контроль брал. И там тайминги трэша были не такие, как здесь. Там понимаешь, не со всех вот гильдий топовых, которые были на офе, при открытии леди закрыло только 3 гильдии или 4. При этом эти 4 дня сидели. Ну, то есть по 2, 3, 4 дня на них закрыть. Все остальные не могли, все скипали просто. Ее можно было скипать. Открывался квартал, и ты мог сразу идти на любого из боссов. И там не было этого бафа на 30%. Ну они потом убрали, что можно скипать. Там 5% был баф, да, первый? Нет, там вообще не было. А потом, когда был баф первый раз, они 5% вроде давали. А потом уже больше. Нет, они начали давать процентаж после первого квартала. На первом квартале не было процентажа вообще. Ну, то есть на первом квартале не было процентажа. Прикинь, блять, процентажа нету. Урон, ну, типа хп немножко больше. Клип у тебя, блять, после этого и ВК там 258. Ты приходишь и думаешь, бля, и ЛК камни стоят, да? Ты... Качарки, блять. У тебя, блять, в леди ДПС для ебучей леди у людей 10-12.
10-12 тысяч ДПР. Иди открыть на леди прям куча со всеми. У всех будет по 10 тысяч ДПР. Что мы будем делать? Вайпаться? Там надо идеальное исполнение, блять. Да. Нет идеального. Нет идеального исполнения, то значит. Блять. Не, нормально так. Танк о чем-то там разговаривает, РДД катит мод. Спасти рядового рай. Ну если бы взял на него, я бы. Я взял на себя, я бы сдох вместе с ДКшкой. Ну если уж трэш в бочке не захилить, то какой там монархем. Так, короче, давайте 3 минуты покурю и тогда пойдем. Иди, опять разбегут. Ой, блядь. У нас еще. У нас там свободный слот. Крушитель инканите кто-то. Че там по этому, как его зовут? Тело на паладина кому-то нужно? Мне не надо. Дарпал, вроде бы. Гена лишь бы продать. Я через пару минут буду. Как раз я покурю, как раз по 25-м слотам. Я тоже отойду. Человек у меня 4 дня ждал, чтобы грудь на мага купить. И не дождал. Пошли как раз... Нет, пошли как раз в обычку мы, а его в сети нет. Он просто сидит мне, написывает постоянно, как он в сети. Типа, ну чё вы когда, ну чё когда? Я пишу, ну сегодня уже нет, наверное, мы сегодня типа в другом рейде. Он такой, ну ладно, завтра я на сутках, может послезавтра у вас рейд будет. И в итоге мы пошли сейчас. Честно, мне похуй на эти продажи уже. Настолько похуй. Так давай не будем байеров брать в рейде тогда. Нахуя мы их берем, если не похуй. Ну чтобы шмот не пропадал. Понимаешь, есть там, есть, значит. Нету. Все равно, блядь, он алар не убивается, значит, блядь, пора раз. Надо поизбавляться сегодня еще от людей, блядь, которых вообще вроде в гильдии есть. Как сложный босс, таких и... Ну ж всегда так, блядь, перед новым контентом постоянно избавляешься, которые не хотят туда идти. Большая объемная работа. И потом сидишь, с других людей зовешь, и босс закрывается. Которые хотят, но у них нет. Серебан, он хочет купить видос у Алара. Мне ему не поможет. Написывает в ПМ. Дай, пожалуйста, блять, видос у Алара. Говорит, тактику хочу глянуть. А кстати, сколько гильдий вообще Алара убила? Одна. А, одна всего? Да, белая. Но дважды. Да, блять, у асгардов точно так же, как у нас. Ну, учитывая, что там дезурон как-то очень. Да, там писали на форуме, да, что им с инфу слил дезурон. Правда, похерили эту тему быстренько.
Тут еще хуже. У Асгардов еще хуже, у них контроля вообще по. Что у них? У Джоков, однако, допустим, вот если брать гильдии за Орду, да, ни в одной гильдии в составе нету танков, блядь, чтобы убить этого ебучего босса. Просто, блядь, вот ни в одной гильдии в составе нету танков, чтобы убить этого. Вы про какого босса? Про Алара. А как, кто нужен, какие? Нужны Кават, Пианист. Типа, надо два протопаладина, два протопаладина. Вот назови мне хоть одну гильдию, типа, в которых есть два хороших протопаладина. Ни в одной гильдии, ни в Джоках, блядь, ни в Вардах, ни, блядь, в Санвелах. Вообще, контент рассчитанный, где потребуется четыре хороших танка, блядь, ну, бисовых, можно даже сказать, которые будут стоять на боссе и нормально, не париться вообще. Блять, это хуёвый контент. Меня напрягает банально то, что, блять, босс требует четырёх нормально одетых танков, ебучих. С брюлями, блять. Учитывая, что, блять, у нас танчат по успекам. Не, я понимаю, что у нас по успекам, но вот смотри, допустим. Я с Каватом могу оттанчить этого босса полностью на первой фазе. Вот, в других гильдиях, этого босса могут оттанчить на первой фазе, но на второй фазе, там, ну, там офспеки танков, там просто эти танки ложатся за пару, блядь, мгновений ока. Я смотрел стримы, блядь, ну, реально, многие гильдии, у них эти танки, блядь, на второй фазе ложатся быстрее, чем ложится рейд, блядь. Нужно больше ярости. Наш чё, Войд? Тоже офспеки. У меня офспек, но у меня хоть более-менее офспек. Монород тоже офспек. А больше у нас, блядь, пиздата одетых танков нету, блядь. Почему у меня офспек? Начнем с этого. Ну, у тебя хоть... У тебя все три, непонятно. Мейнспеки, офспеки, у тебя все под все вместе в одно. А у меня, ну, блядь, у меня ДКшка только танк. Это у меня варфспек. Грипп. Под любого босса, блядь. Хочешь после рейда поиздеваться над собой? Все, я здесь, Кир, здесь. Бля, грипп в стопоре. А, не, ответил. Да, сегодня потеряешь меня. Где там? Грипп! Ты заболел, что ли? Смотрите, у меня баф какой. И на мою модельку смотрите, сейчас жвачка вылезет. Мозер, потом разберемся. Да мне на пару минут. Так, короче, ладно. Есть жидкого? Где заходишь? Сейчас дам тебе. Так, дал, где Кирс? Топовый баф, да? Сейчас зайду. Ключ открою. Жвачка. Да, да. Короче, смотри, ДКшка. Сначала танчишь, блядь, этого сангвинара в стороне, там, где он стоит, грубо говоря. Потом бабу на себя ЛПшками забираешь, там танчишь, пухи, топор вытягиваешь, танчишь. А топор, он вроде был или нет? Не был с нами. На этом боссе. Этот, потом двоих забираешь, вот этих, блядь, бабу и сангвинара, танчишь их в стороне. Я забираю, блядь, этого, они кайтят. Потом сливают бабу РДДшники. Ну, короче, блядь, разберешься, походу, там ничего сложного. Чё, Кирс будет? Нет. Да я фист, я ему сейчас всё растолкую. Да он пока зайдёт, мы 24 убьём. Ему всё равно ничего не надо. Ладно, поехали 24. Я запомнил. Касочку дай, пожалуйста. Каски нет? Вообще нет. И кулак. У нас в рейде не все, чё вы. Что, все? Или мы так, частично. Жужжин была ранее. Жужжин с аммонитсе. Дердре была ранее. Живса тебе поставят.
Да я вот это... Ты... Перс, заодно суманёть. Сумоньте руку, сейчас починюсь. Да тут джесса тебе поставят, чего ты паришься. А я уже протонулся. Сердышко встает. Да хуя РД, поэтому Рэм держит, и все будет заебись. Но... И на полу не забывайте на меня отдавать. Пух, коника, посох. Кому что не хватает, если каски не хватает, скажете. На да, рыбке каски нету. Давай, давай, вот там рыбы нету, вот рыба стоит. Блять, туча. Это сова злится. Все, погнали, короче. Кинь по рогам каску. По кому? По рогам. По рогам? Я давал руки. Нету. Чемаунт придет. Да, и сроет его гибко. Поваром, пожалуйста, каску. Лакомимся. Зачем тебе варом каску? Чтоб сокрушителем быть лучше. Изи. Все, Войд. Тебе. Резист. Это серв упал или нет? Да. Алло. Вы меня пугаете? Я не упал. Все нормально. О, бежала. Чё, сейчас Сангвинара забираешь, там же танчик. Осторожно, на пут. Ее танчик на рендже, она феряет в упор. Дайте на него на пол, баба. Лишний урон не получил. ДДСНИ. Раньше наберите. Слишком далеко. Там ложу сразу по двоим кинешь. Положение. Инженеров сейчас подождите. Милики не подходить на бомбу. Так, надо бомбу его есть. Получи. Блять. Аккуратнее. Эти тигро. На пол где? Дайте на пол, зачем вы бьете? Дал, дал, дал. Вообще на мне этот Тимович прочь сел. Все, ушли туда на середину, идите того бейте. Холли палку останешь, ДКшку похилишь.
Моза, расстанься, дай на ДКшку на пол бабы. Надо подождать. Мне нужно... Ребят, вы в центре, труп не видите? Тотем на огонь поставьте. Это адмирал просто. Я на МТ-5 кто-то поставьте на огонь. Можно я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять... Дарт на огонь поставьте. Сразу, но... Блять, вы серьезно? Ой, это... Хил его. Где прохил, блядь? Он отлетел далеко от хила. Кайтите, блядь, бегайте, это. Монарод поднимешь. Бэра больше нет. У меня есть. Ваши не. Для дебагеров Бэра больше нет. Все, РДД по бабе, милики по инженеру, только осторожно бомбу смотрите, отбивайте. Блять, это пиздец, вы чё там, блять, столпились? Масаку дал, Неликс прохил. Библа. Рейндж наберите, сейчас, блять, вон сколько людей было. Это их хуйтень. Бомба. Милика Сангвинара, РДД, инженера. Милик, идите на Сангвинара. И РДД, кстати, туда тоже половина приключите, сколько их. Пашка, заберешь босса, что если что, контроль сейчас могу снять. А потом будешь фениксов ловить. Появится феникс, я с тебя босса заберу. Того добивайте. Забирай босса. А пол на него дайте. Танчит гифка. Где держи? В центре, в центре. Вот тут и держи. Только от лужи от воды все появится. Контролить не забываем. Много кто может контролить. Эпохи снимать не забываем. Лужи будет. Контроль. Контроль сейчас будет, пусть и станет. Контроль. Мозера. Пешка Неликс на фрикосте. Все, Феникса забирай, короче, на себя. Я забрал босс. Как у нас Феникса отвезти? Нету. В сторону. В сторону просто отведет и все. А у Ешку стопните? Все нормально, можете бить. Феникса не сорвите. Это босс. Все, сейчас переключайтесь по Фениксу. Яйцо. Яйцо в сердце. Босса. Все, просто Феникса, короче, ломишь. Уже. Дейдре, Дейдре! Адмирал, блядь.
хуйня. Контроль. Лови. Отлично. Глыбу сбить, ничего. Верить? Пока не надо. Что он есть, что его нет. Феникс, а Феникс все. Яйцо. Яйцо быстро свечно. Сейчас контроль будет скоро. Ложа выйдет. Дар. Лови Феникс. Сову, сову, звездопад активный. Дал станцию. Восприимчивость. Сука, пета мать. Массакру дал. Долорес на нем бей. Звездопад пошел. Ты что там был вообще? Верните, варвар. Ты корец идти. Просел. Классный фир. Бейте Феникса, добивайте. Элбрил тоже сдал там. Я на кислого, кисло Элбрила. Яйцо добейте. Ну, думал, хилит ДК и... Уже, наверное, ДК-шку бы, наверное. Сон уберите с Монорота. ДК-шку поднимите. И дайте СС по хилам, баф и масбаф прожмите. Нету, блять, нихуя, короче, рейндж наберите, сейвы дайте личное. Нету массакра. Сейвы личными держитесь. Прохиливайтесь себя, Керс подхиль. Паника под хильцу. Фул все держите. Секунда. Падение. Чусь. Договориться баблом. Все, пускай тут стоит. Ты не стоял, ты заберешь. Не убегай в следующий раз. Не откинул. В тексты неудачно. Тексты? Медики уже. Под боссом. Не успел. Денег появился, забирай. Держи там, не надо его в центр вести. Боже. Сейчас подбрасывание будет. Сейчас массакру дам, но все равно хитя сейвы лично. Хильте дамажьте. Набирайте босса. Боже.
О, дартка. Где маунт? Опять не... Блять, сорян, не добавил в лут, простите. Не помню. Этот надо... Инспект. Не, Мозер. О, спект. В обычке падал. Сама лично видела, в рейде была в этот момент, когда он падал. Маунт Солара падает, инфа сотка. Так, дарту. Дарту начислишь кислый этот 500. Посох надо кому? Ой, все на танк отдам, короче. Кого? Посох. Так, это... Вера. По этой херне. Надо? Это шея. Шея? Да, это шея. 389, как и любая другая шея, 277. Кому? Никому не надо? Паролили же, кинули ром. Да я теперь... Да, там для вас вот такая шея будет. Долор 46, 32. Долор. Филору выше. Филору, нет. Нет. Вот. Долор. Вот. Вот такая. Начислишь 389 Долорус. Так, дальше. А, не, набрала, да. Чуть-чуть другая. Вот эти руки надо. Мейнспек. Офспек. Коника отдам. Напал от него. Мне воронка нужна, так задеру. Жезл мейнс. Ну про товара нормально, говорит, меткости, чтобы капс подать. Про товара хорош. Держи. А че, это ДДшная же? Дробяшка. На рогу, скорее всего. На рогу, да? Роль себе эту херотень. Кто там первый? Блять. Жестокий притовар. Дарпал 99. Хорошо. Интересно. Да. Вот это закип. Вот эти шмотки легендарные, их можно распылить? Так, ладно. Надо пороть еще воронку. Давай. Ну как всегда, бомжи рвут. Как говорится, нищим дам на починку. Сегодня столько раз падали, чтобы просто все голдам. Гевка 93. Кто вырвал? Гевка 93. Гевка нищая. А его вместе нету. Не, нищими.